В субботу 28 декабря в Чебоксарах себя показать и на других посмотреть соберутся мастера на зимний фестиваль «Дизайн Фест». Его история началась в 2015 году. Традиционно на своеобразную выставку достижений декораторов, дизайнеров, вышивальщиц приглашают в День города и республики. Но вот уже несколько лет те, кто увлекается декоративно-прикладным искусством, собираются и перед Новым годом. Пообщаться с мастерами, посмотреть, какие необычные материалы оказались в тренде и что за новые перспективные подходы в дизайне появились в уходящем году, такая возможность будет на семейном фестивале. Мы открыли новые проекты. Ребята, которые занимаются эпоксидной смолой, обрабатывают бетон в полигональное кашпо, делают потрясающие букеты в смешанной технике, используя и ветки ели, и сухоцветы, и фрукты при этом, и цветы. То есть сейчас уже не очень интересно, когда мы используем одну только флористику, делаем просто шарообразные букеты. Интереснее, чем больше материалов, тем круче. Только выставкой фестиваль не ограничится. Это еще испытание новых форматов в направлении разумного потребления и экологии. Дизайн-фест всегда включает небольшие площадки с экопроектами. А именно я сама лично за раздельный сбор мусора, за раздельный сбор вторсырья. Когда у нас происходят на открытых площадках мероприятия, мы всегда ставим раздельные контейнеры для сбора вторсырья. И, соответственно, в этом проекте на Новый год мы готовы презентовать новую площадку гаражного сейла. Согласно исследованиям ученых, у людей, занимающихся творчеством и имеющих хобби, меньше риск сердечных заболеваний и вероятность неблагоприятных возрастных изменений. А если хобби у вас еще нет, перед Новым годом имеет смысл присмотреться к тому, что делают другие, узнать о секретах мастерства и выбрать то, что ближе именно вам.